С принятием в 2014 году нового образовательного стандарта детей-инвалидов разделили на две категории. Те, кто начал заниматься до сентября 2016 года, получали ежемесячную компенсацию за домашнее обучение в размере 9 с лишним тысяч рублей. Для тех же, кто знания начал получать позже, уже по новым федеральным государственным стандартам, сумма составила более 22 тысяч рублей. Родители не раз обращались с просьбой к властям, чтобы уравнять эти выплаты. Губернатор Алексей Текслер поддержал их. И вот сейчас вопрос решится на законодательном уровне. Был диссонанс, была проблема. Эту проблему сегодня мы устранили, приравняли. То есть все родители, у которых есть дети-инвалиды и находятся на домашнем семейном образовании, имеют право на компенсацию в размере 22,5 тысяч рублей. И те, кто был поставлен на учет до 2016 года, и те, кто поставлен был после 2016 года. Еще один важный вопрос повестки – поддержка жертв политических репрессий. Предусматривает предоставление права данной категории на возмещение стоимости проезда в размере 100% на любом виде междугородного транспорта по выбору гражданина. И в действующей редакции существует ограничительная мера, речь идет только о железнодорожном транспорте, либо ином виде при отсутствии ЖД-сообщения. Соответственно, мы это корректируем. Также депутаты областного парламента поддержали расширение перечня социальных услуг для пожилых южноуральцев. Это и помощь в прогулке, и в уборке помещений, и наблюдение за пожилым человеком, если он находится, он в кровати лежит, и помощь в осуществлении личной гигиены, то есть все пошагово, вот эти все конструкции, мы все эти прописали. То есть если будут какие-то вопросы у работников социальной сферы или у лиц пожилого возраста, кто нуждается в этих услугах, открываете закон, читаете, там все четко прописано. Комитет по социальной политике рекомендовал областным парламентариям принять рассмотренные законопроекты. Заседание состоится 29 октября. Наталья Кудряшова, Илья Капелин, Урал-1.